Привет, это Камчатка с Александром Петровым. Сегодня 74-я годовщина Великой Победы. И 74-ю годовщину Великой Победы я встречаю в городе Елизаве. Именно здесь все проходит очень красиво, мирно организовано. И, естественно, все проходит без рамок металлоискателей. В Петропавловске власти панически боятся. Наверное, не было слышно из-за заведенного двигателя. В Петропавловске власти панически боятся людей, простых людей. Поэтому на парад Победы пропускают через рамки металлоискателей. Здесь же, в Елизаве, людей не боятся. 74-я годовщина Великой Победы. Город Елизаво, Камчатский край. Уважаемые воины российской армии, граждане Елизово и Елизовского района, поздравляю вас с замечательным праздником, символом нашей доблести и героизма, Днем Победы. Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо. Пусть всегда будет мама, пусть всегда буду я. Тех, кто за счастье, кто жизнь ради жизни отдал. Объявляется минута молчания. Головные уборы снять. Торжественным маршем на площадь вступает юнормейские отделения. В ее составе лучшие учащиеся школ района. 1, 7, 8, 9 Лесновской школы, Корявской школы. Ветеранов приветствует общественная организация «Совет ветеранов органов внутренних дел». Организация занимается патриотическим воспитанием подрастающего поколения. На площади колонна авиационного общества ветеранов приветствует юнармейское отделение школы вулканного городского поселения. Учащиеся школы номер 8, победители и призеры муниципальных, краевых и всероссийских мероприятий и соревнований. Дым черный
как ночь. И огонь жарко-красный, два спутника войн бесконечных, ужасных. Вы символ великий, храните и чтите. И память победы в сердца пронесите. В этот великий праздник по главным улицам страны фотографии гулящих глядят. Этот взгляд словно высший суд для ребят, что сейчас растут. Те, кто брал Берлин. Рвались в бой русские танки, рвались снаряды, строчили пулеметы, сокрушая все вокруг. В редкие очи, минуты привала, песня «Смуглянка» часто звучала. Три танкиста, три веселых друга, экипаж машины боевой. Особенно для тех, кто укрывается снарядом в окопах, вспоминал родных и близких. Многим солдатам не посчастливилось вернуться с войны. Не все почувствовали крепкие объятия любимых жен. Неутомимо и упорно ракеты родину калечили и жгли. Но чем плотнее немцы были к дому, тем крепче прорастали в землю мы. Шли к победе сквозь бури и ливни. Не нужны были нам ордена. Сколько туш полегло невинных на дорогах твоих, война. Ее наждали наши деды. Прошел уже немалый срок. 4 года перестрела, бомбежек, яростных атак. Тупая боль сковала тело. Все! Сдался вражеский рейхстаг! Любители активного отдыха, скорости и непроходимых сложных трасс, в этот великий праздничный день они отдают дань памяти тем, кто обеспечил жизнь и будущее для новых поколений! Ура, товарищи! Площадь выезжают автомобили военных лет, восстановленные учащимися поисково-технической секции подросткового центра «Патриот». Этот маленький армейский вездеход широко применялся в Красной Армии на всех фронтах Великой Отечественной войны. Он прошел свой нелегкий боевой путь от Москвы до Берлина. Она наводила ужас на солдат вермахта во время сражений под Москвой и на Курской дуге. Под Сталинградом и при взятии Берлина. Этот автомобиль уникален тем, что работает на древесных чулочках. Выезжает пожарный автонасос ПНЗ-1, который выпускался на Московском автомобильном заводе имени Сталина с 1934 по 1941 год. Первый отечественный бронетранспортер, который был взят на вооружение Советской Армии после окончания Великой Отечественной войны. Он применялся для транспортировки солдат на передовую линию для проведения разведывательных операций. ПРТМ-1РХ. Данная машина была разработана в 1957 году для массового потребителя. «Москвич-401» 1957 года выпуска. В этом клубе ребята занимаются техническим творчеством, автоконструированием, мотокроссом, приобретают навыки слесарного дела,
учатся управлять спортивными автомобилями и мотоциклами, реализуют свои идеи. Вот так вот в Елизаве встретили 74-ю годовщину Великой Победы.